Для ДД место, да? Да, да. Так, надо хилов сумануть и пойдем трэш бить. Тыкать эту сумму. Хазибир кричит, чтобы все убегали. А лут как, типа, 1А плюс боя плюс ДС? И какой, там да? Вся со параша, сколько? Да. Ну там поинтереснее, это, окей. Все по ходу дела разберем там. Все окей, без проблем. Так, я устал, я суманул. Она тут, нет? Сейчас я дискорд и скину. Сейчас я тоже еще раз. Все, пошли трэш. Пошли. Одно тело не досумонилось, ничего страшного. Пошли это трэш. Дис этот или это другой какой-то будет дис? Этот дис, конечно. Гостиная. Разъебываем трэш. Сейчас пока до ребра дойдем, надо тело найти. Посмотришь там Дексиону. Бля, тут хипал, конечно, заряжен. Хипал заряжен. Катрин поебался. Тут все заряжены. Кого не глянь. Земля бомж. Там говорит прист есть еще один ШП. Давай, мемочка. Только он кушает, да, вроде как. Ну, раздупляй его. Если он не раздуплится, то кто-то другой пойдет. Да, всегда мы идем за мной, так сказать. Но лучше своих, конечно. Че, Дексиона есть там кто на замете? На заметке? Да, тут, короче, до сих пор то, что непонятно. Это халява, сейчас вот этих убьем, продиспель ловушки, если они там есть, если близко. Сейчас стойте, не двигайтесь вперед. Скелетов неохота бить. Почту, ну там перед ребром поставят кто. Ну или сзади где-то. Ага. Посмотри, халява, есть там чё? Сейчас он проверит, это разведка идет. Вот, я правильно понимаю, ты начал собирать целка? Подожди, сейчас есть одна, не заходи. А не хватало людей же, правильно, все равно с наших? Ну там... Он же на прошлой неделе собирал и пришел. Да, ну, не хватало же, вот ты вот собирал там, как я видел, не хватало, да? Ты про воскресенье говоришь? Нет, сейчас именно. А вот, сейчас? Все чисто. Не, людей-то может и хватает, просто какие бафы эти люди дают? То есть вара на ШП менять, ну это не очень. То есть рейд будет не на фул. Ну просто я смотрел, пати в принципе фуловое было у нас, почти фуловое, и то там в гильдии один только... Папа Хапа или как его? Дядя Стэн. Дядя Стэн. Ну фуловая была патч, да. Можно было стартануть. Я не знаю, я заранее набирал всех людей, кто хотел. Типа, вот именно в ЦЛК. Дальше особо я и не рулил, кого там приняли. Я просто патч было без двух людей, того, и один Папа Хапа. Кроме как гильдейцев, я вообще никого не брал. Ну ШПшника не было. Когда людей стало не хватать, я отписал в этот... Ну, свой диз был рано. И из него никто не отписал. Вот и все. Слугу забрал. Осторожно, там звездопады не юзайте. Я не вижу звездопады, это рандомные. И потом там, короче, вон... просто залетают люди. Курлыкс. Курлыкс, ты тут, Курлыкс. Не юзай гнев небес и звездный огонь. Юзай только грозу на этом трэше, если у тебя Т4 есть. Гнев небес и грозу не юзай. Они вызывают санцепад. Санцепад, он... Хуёво работает. Это я. Вот только грозу юзайте. Золоманы будут или уже не надо, да?
Ну там где застан? Ну все сложно. Я не знаю. Ничего сложного не вижу, рейд на фулл собран. Я понимаю. Не морю. Это пауков в первую очередь сливайте из вот этих вот, из этого трэша. Чисто выбирайте одного паука и зергайте. Метку вам ставить не буду, просто паука любого зергайте. Меньше кокон, меньше проблем. Петя, прикинь, блядь, не упали штанники, сука. Пиздец. Сочувствую. Смотри, когда подряд. Сэмми поможет. Короче, Войд, если ты такой хуйней занимаешься, следующая ТЛК я второй сам проведу. Ты водишь. Я, не, я так и думал, что ты хочешь сам рылить, просто я не знаю. Ты я бы сразу сказал. Ребята, я еще раз сказал, я не хочу сам рылить, просто ты сейчас... Okay. Есть людей, почти 40 человек онлайн в гильдии, почти 40, вот че. И ты набрал, блядь, ебучих пугов. Ну, красава, блядь, молодец ты. Води пугарей, блядь. Так, давайте, ребят, спустимся куда-нибудь в Дискорд и поговорим на эту тему. Сейчас, ну, сейчас РТ, сейчас идет рейд, я не вижу смысла сейчас дискуссии. Сейчас не идет РТ. РТ идет, когда все есть люди, 40 человек. 40 человек онлайн. Ты, блин, набрал пугов, 7 штук. Ты сейчас рейд, ну, развалить хочешь? Давай собирай тогда с нуля рейд. Собирай гильдейский рейд. Не хочу развалить, просто нахера ты такую херню делаешь? Ну сейчас зачем ты эту дискуссию разводишь? Я же говорю, давай после. Блин, это просто игра. И всё, типа. Следующая ЦЛК, будем сам второй проводить. Раз. Не, ну собирай, делаешь, собирай. Ну все, удачи. Сейчас. Будет Фьюри лучше, не обижайте его. Это, а ты что там сидишь? Хоть бы позвал кого-то. Чё, у тебя там нету никого, что ли? Меня? Ну, ДДшник, может, какой. Типа, который онлайн, как в это дневное время. Ты же онлайн сидишь? А нужен? Ну, одно тело. Чё там, мемочка не раздуплился? Ну спроси. Чё, глянь там ловушку вторую есть, где-то она справа. Это вроде слева была. Угу. Всё, пошли, раздиффузили. Пауков в первую очередь бейте. Резайте его быстрее. Подходим на ребро, ставим рыбу. У кого есть. У меня потому что нету. Подъебу на утро. Кто там говорил про ШП? Ты озеро наговорил? Оставил центр комнаты. Центр балкона. Или кто? Ой, дай, пожалуйста, Сикста или Эридора, хочу попасть и раскинуть. А, давай. А чё там мемочка? Короче, одно тело. Ретрик хорошо подойдет. Третий, по-моему, будет вообще замечательно. Мне надо, короче, в разные пати шипешники, чтобы были. Вот так. Так, ты же Эрдру, если не... А, нет, лапочка Эрдру, ладно. Тык на шкаф.
Так, только у сочного оставлю ассиста. И у Дексионы. Или у всех вас тоже забирать. Ладно, пускай у вас будет пока. Да забирай, мне не надо. Ну что там, есть тело? Стартуем с ребра уже. Позовите. Нет, ты в Эрдру, пока будь лапочка, слышишь? На РПБ. У меня Ювы нету. И нету Ювы. Ну что? Ты зачем? Ты же Эрдру. Я просто хотел ночнорожденного кинуть в пятое танце. А так, ты Эрдру сам себе... На 24 вы еще кого-то искать будете, да? Ну одно тело сейчас. Все, я просто должен поесть, да, приду. Если я буду АФК, пуляй без меня, я подойду. Просто и ждал, пока приготовится. Да давай, давай, наверное, ДБМ брик дадим, там 3 минуты, 3-4 минуты, чтобы... Ну давай, идите, отойдите, там чай налейте себе, там немножко умоетесь, там толчок сходите. А я бы с вами сходил, но не могу в игру даже зайти, блядь. Меня тупо выкидывают, парни. Слышно, ты лагаешь прям. Угу. А чё у тебя... Говорит, я не могу зайти в игру. Апокал. Апокал не может зайти. Сейчас попробую, конечно, дать грибутный интернет с ПК. Ты с ноутбуком сидишь? С ноутбука сидишь или как? Не-не-не, через ПК. Попробуй. Интернет раздать через телефон на ноут? Да, ну вот, получается, либо так сделать, либо телефон ловит Wi-Fi, который у тебя роутер раздает, и просто через USB модем. Вот. Я так сижу так уже больше года. И... А так стационар у меня сидит на этом. Ну, какая-то херовина, типа, принимает тоже как Wi-Fi. Но она в 5 раз хуже ловит. Скорость там в 4 раза меньше. Ладно, сейчас я буду попробовать за этим полечать. Вчера, по крайней мере, так помогло. Тыкните. Посмотрите, я в этот в чат поиск спутников с ДК написал на Origin или на каком языке? А, ну раз я в рейде, должно на Origin писаться, наверное, да? Да-да, на Origin. Блять, надо подписать один слот. Так, Фандикей, Наоми, Вакати, Верст, Бета-тест, Серброменталь, Кусяо, Мейсон, Полинор. Нормальный рейд, в принципе. ДЦшник, главное, есть. Вот там какой-то дизлоу собирает 15-25. Может что-то к нам перескочит от него.
Так, кто-то отписал. О, Энх, ебать. Давно Энхов не было. Вчера были 3 штуки, да? Сейчас спрошу, что по ДПС. Если 20к дает, возьмем. 2, 1. Пацан в другой группе, нахуй. Шансы теряются. Так, кто там уфнулся из нас? Лапочка зайдет? Друид. Лапочка не писал там, что, релок, не релок? Да, я пришел. Да, я понял, что кириш. Ну, хотя пох. Лапочка, ты тут? Что-то не знаю, зайдет, нет. Не могу пригласить члена другой группы. Про лапочку никто не знает, пойдет он, нет? Или все с концами? Не знаю, в гильдии. Сейчас напишу. Походу я ардру, да, вот все-таки. Да, возможно. Короче, мага беру, давай вердру тогда. Окей. Так сказать, от судьбы не учишь все равно. Флаффи там не Иридар случайно, короче, вместо него закину мага. Все, вердиша и шамана сумоньте, сейчас релогнусь. Как раз сумонится. Начнем. Женек, ты подошел там? Сейчас я загружусь в Discord линк, ну. Все равно 40 минут собирались. Прилично. Так, ну рыбу поели. Если у кого-то есть рыба, еще можете двум челикам поставить. Проверка готовности. Шанишка. Стойте. Это кто-то дал, покурил. Назад отойдите. Энх, ты тут? Энх одного нету. Вердиш и Энх, вы тут? Кого вы сумоните? Все 25 человек здесь. Вы чё? Энх, ты в Дисе? АФК было дохуище. Ну давай быстрее. Да что вы делаете? Сочно. А, это, блядь, это у меня. Сейчас я уберу. 5, 4, 3, 2, 1.
Ты же мне рассказывал тогда, надо ассистов спиздить у вас. Ну вот, одни из причин. А то будет ДБМ и, блять, хуярить. ПКД. Ебать, вам давали 3 минуты. Энх, ты в Дисе уже? Да. 4 даже. Хорошо, отлично. Чек на пол. Хазибир, минута прошла. Даже две. Флуфи, ты куда летал? Ты к неде на сумар. Короче, смотрите, ребята, анролы написаны. Будут какие-то вайпы рейда. Какие-то слаки серьезные, будет минус кролу. Все, все здесь. Еще раз проверка и будем начинать. На пулы, короче, на войда даем на звездочку. Рунмейт, станку, просто вместе со мной стоим и все. Давай, будем пулять не по ДБМ, а по отчету буду на счет 3. На счет 2 пьете припоты. Раз, два, три. Поехали. Звездочку встаем. Давайте, Герус. Да. Ничего страшного. Разбежались. Так, первую незыбку я дал. Из огня сразу выходим. Смотрите, танки, особо не разбегайтесь, никуда не суетитесь. Возле звездочки тусуйтесь. Маша долго фкашишь. Все, за спину встаем. В Герри он поинтереснее, он во время вихря и вихрь дольше, и шипы вызывает во время вихря. Хант. Не помирай в огне. Так, что у нас там ДПСик? Десятку жмет Петя. Вард совсем мало, Хазибир совсем мало. Ну, Хазибир будет первым, значит, гимна давать. Больше как ассист. Немножко отведем ребро, сейчас оно закончит вихрь. За спину. Я
там лут передашь мне, лутера, я тебе буду скидывать. Да, да. Дал не зыбку. Не дохните в лужу, не стойте в огне. Смотрите за хп своим внимательно. Три секунды до конца вихря. За спину бежим. Из-под лица уходим. Стой, не нужно больше. А кто у тебя был АПК? У меня привести ЧП. А чё ДПС? Не знаю. Но он Т4 там, блядь. Там всё как надо, но я не знаю. Нет, это, если... блядь, я... Это ж я на нём буду играть. Если 12 тысяч даёшь, то можно попозже. По пепси. Я не знаю. Я ж, блядь, как за ШП немножко кривой. Не, ну видишь... В 25-ку целка, чтобы пойти на фул, нужны серьезные персы. Мы не на 8 боссов, мы дальше пойдем. Нет, там по себе приз вообще заряжен. Хотя там... Не, если заряжены, то должно быть нормально. Там плащи, блядь, дискары, трини, Т4, там, босс, ну все как надо, ну, блядь, просто я криво. Понятно, понятно. Ну, два танка эти. Остаетесь в танках, пока танку на леди тоже будешь третьим. А дальше в ДД пойдешь с кораблей. Пойдете трэш бить. Пойдете трэш сейчас бить. Идите все, не стойте никто. Только шнурки и я здесь остаемся. Если что, нету осколок. Ага. На следующий раз зовут. Передашь, я буду тебя скидывать. Да я передам, если будет осколок. Ну, так ты не увидишь, скорее всего. Не, он-то увидит, он-то увидит. А, все. Все, пошли. Значит, рунмейт налево у лестницы, помощника танчишь. Помощника бьют РДД. Все остальное, два других танка. Ой, насчет ридаров, Лафи, я не знаю. Я там вас с ШПшником менял, ну давай обратно поменяем. Помощника вон слева РДД бьем. Энха, отойди. Уйди назад. И второго бьем. Чек на ФК. Лафи, отбегай. Этот танку агри там пачку. Что ты за мной привязался, блядь, ебучий моб? Сейчас слева еще помощника ебану. Что побежит, там заберете танки. РДД слева, он помощника бейте. Звездочку поставил. Агрите всю остальную парашу. Вот так. Оп.
Главное, ревнителям под лицо не заходите. Они кливают. Так, хилы слишком легко, да? Давайте два паука сразу и пойдем. Вот этого паука левого зергаем, как можно больше ДПС в него даем. Можете даже прожимки отдать, с пула все равно трэш бить. Дал незыбку, звезду быстрее добивайте. Сейчас сведем пауков. Кстати, про лут забыл напоминать, это у меня, блядь, насчет переключения лута пунктик, забываю постоянно. Ну, на следующем трэше там. Все, отпиваемся, ману отпиваем. Значит, слева танчит танку, твои мобы танчим, сейчас я вам танки покажу, вот здесь мобов. В 3D метках. Вот справа танчит рунмейт. Приоритете ЛПшки накидывай на приверженцев. Танку твой ближний к леди и среднее окошко. Мой крайний и с лестницы гриппаю. Все, на боссе первый я буду агро набирать, когда щит спадет. Чек на пол. Первая и третья пати дамажим мобов слева. Вторая и четвертая справа. Мобов. Сначала мобов, потом босс. И в первую очередь приверженцев. На счет 3 пуляем. Раз, два, три. Ну кто контролит моба? Давай я. Я квест не взял. Если взяли, контрольте. Я забыл про квест, ладно, похуй, без квеста было. Разъебываем мобов. Это из лужи выходим. Курлыкс, Женька ресей, а Энх встанешь сам. Энх, вставай. Курлыкс, контроль. Вихрь кидай по людям. Вихря не вижу. Вихрь, стан, фир, все в первую очередь. Курлыкс с вихрем не через 10 секунд, а через секунду, хотя бы через 2 кидай. Чтобы не разъебывало людей. Фулбафы обновите. Каску, лапы, пристабав, кулаки, кресты. Хоть бы сказали про квест, а то я забыл про него, блять. И это, смотрите, милики, очень осторожно с этими, с фанатиками. Под лицо к ним не заходите, смотрите, как сагрили танки, как стоят мобы. По приверженцу не вижу, вот в кружке стоит приверженец, он сейчас щит на себя набросит, блять. Быстрее разъебывать его. О. Справа почему они стоят? Милики, все милики от босса пошли бить справа два моба. Переродился моб. Первая пати справа бьете мобов. Какого хуя они там живые так долго? Дайте кулак по ДК и лапу. Кто с паладинов? Кулаки, кресты, бафает. Один паладин кулаки, кресты, один каски дает. У нас всего два паладина в рейде. По ДКшникам кулак. Контрольте. Вихрь, вихрь, сова, быстрее. Он сейчас его захуярят там в мелизоне. Вот, и постарайся обновить. Ой, зло, блядь. Мобов пошли бить. Перед лицом не стоим. Женек, осторожно. Справа разъебали мобов. Почему справа никто не бьет мобов? Милики все пошли направо. Блять, если вы слева бьете, это не значит, что не надо справа помогать. Слышите, нет? Вы что сюда пришли, блять? Трэш получше играйте.
Эйнер, по сочному кексу дайте, пожалуйста. Курлыкс, по сочному кексу, да, Эйнер? Служи, быстрее выходите. Трэш, пошли бить. Да сука. Законтрольте холипала, не убейте. Кто-то, сука, в трэш не играет. Флаффи, нахуй. Минус 20 к роллу. И что, нахуй? Я сказал, коты не бьют, что ли? Давайте Геру переводим. Ты бы еще в 25 Геру пришел и сказал бы, я кот, алло. Все бьют трэш. Мы в актуальном контенте находимся. Рассасываемся вокруг. Это не сурок, что, блядь, ты на нем те комбо-поинты теряешь. Здесь трэш бьется, пока вот не щит. С духами, когда духи летят, видите вашу сторону. Вот сейчас танку, потом рунмейт заберет. Пускай рунмейт набирает, у него ЛПшки больше с агро дадут. Потом. Или с меня спадет, я наберу. Так, отведи немножко леди, видишь, челик в вихре стоит, чтобы он не подошел к мелизоне, его не заебашило. Это зеро бойго, подруг. Сейчас с меня, кстати, я спал, а я забрал, сейчас агро понабираю. Стрим хочешь, что ли? Да-да-да. Слышишь, Ваня, у тебя персы есть 12к плюс ДПС, чтобы потом, ну, добить до лича, там, синдру, все. Там просто есть некоторые люди по 7, по 8 тысяч ДПС. Ну, тут вопрос, сегодня пойдем мы вечерний, нужен ли будет мой ват? Если ват не нужен, то... Топ-клифф. А вечерний это что? Жомок? Сезероны, да. Ну-ка, Азерона, нужен он, не нужен. Вечерний контент с ним будет. Охуенный. Что там за контент? Ребят, соберитесь. Хоть служит, а выходите. А сочный чё умер? В контроле был он чё? Халяву заплевали, сочный уже. Да, добивайте уже. Духа поймал. Там три ляма. Как же охуенно твой рекаунт смотреть Азерона, прям кайф. Не смотри его рекаунт, у меня нормальный рекаунт. Ментально пол экрана открыть просто. На миле клиф успокоились, в миле зоне, ребят, но... Да все, похуй, добивайте босса просто. Там зайдете в инст, починитесь. И это... Есть осколок. И портанетесь хорошо. Total DPS 63 тысячи. Это уже, это, получается, не зря сходили. Мало ДПС. А, без Ивана на втором месте все плохо. Так, шнурки. Шнурки. Забирай осколок. Забрал? Нет. Ну давай, кекс быстрее. Лучше на корабль добеги. Так, все забрал, отлично. Группу поставлю пока что. Трэш, который там с флагами стоит, сейчас разъебем, чтобы боя не было. Портуйтесь быстрее все. Разъебаем трэш. Но вообще, по идее, твой ватный не забил. Я вылетел, сейчас забыл.
Да какая школота, блядь? Ебать, тебе 16, нихуя. Я, получается, в два раза старше тебя, блядь. А тебя можно ворчать, блядь. Или можно Ллойда называть деда. Да, блядь. Не можно, а нужно. Вот этого гуся разъеб, проповедника ебущего. Быстрее, быстрее, быстрее. Значит, я полечу на тот корабль. Танку уже можешь в ретрика прыгать. А, ты уже, да? Все, заебись. Рудмейт на нашем корабле, я туда полечу. Аккуратно, по стеночке едем, сука. Сейчас дракона еще спулите. Будем бить, блядь. По стеночке по правой едьте к кораблю. Бранцы все абсолютно берут. Коты тоже. Милики, хуилики, похуй. Берете ранцы все, летаете на тот корабль. Убивайте мага. Быстрее убьете мага, быстрее убьет босс. Вот и вся история. Блять, да что у меня эти вопросики пропадают? Ну сочный только. Кто там еще? Лаксар. Лаксар, ты тут? Лаксар, ты тут? Ладно, я запускаю тогда. Не, я не кидаю, блядь. Это же надо макрос писать еще, блядь. Ну сейчас, может, и репе вручную дам. Блядь, на сурке. Мы будем биться со смертельным врагом, Лактарагар. Конечно, с этого и надо. Туда не летай. А где кольцо было? Я не видел. Дексиона. Я не видел. Вы видите? Что это там вдалеке? Не, ну все, проебали кольцо, значит. Боевой корабль Альянс... Это, наверное, до леди когда чистили, да? Там лут стоял просто. А, этот этаж. Все, пиздано. Вот тут, короче, где звезда, тут не перелетать. Вон, где локовский портал стоит, там перелетайте. Так, все, я перелетел. Танкую Мурадина. Так, хилы вы меня достаете, нормально все. Угу. Может, ты спустишься? Давай замедлим его. Да нахуй надо, не надо. Ему скорость атаки удобно. На 20% медленнее будет стать. Похуй вообще, похуй. Окей. Там, значит, шаманы оба, смотрите. Один кто-то там волной хиль, типа большой, другой маленький. И хэпал тоже хиль. Там еще и нера есть, гимны есть. Сейчас пока стаков немного, он промахивается. После второго мага улетим, скинем стаки. Лаксар, ты тут? Да, 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 я здесь, меня просто что-то убитнули два раза. А, сейчас ты в игре? Да. Ага, ну ладно. Ну, сундук никто не летает. Я на корабле только дохла. Да, да, я вижу. Там что-то написали, что ты лагаешь или что? Так, сейчас выйдет маг. Танку там, не умирай. Че, на тебе трэша много? Мне кажется, он мага одного пропустил, второго, да? Всем так показалось? Он прям пропустил. Мы убили его уже. А, да? Это третий, что ли? Да, это третий. Ой, ебать, это я слакнул, получается. Не проснулся еще, блядь. Короче, улетайте сразу после этого мага.
Улетайте. Все, улетайте быстрее, а то вас Мурадин разъебет. Все, я тоже улетаю. Сейчас с него стаки спадут и обратно полетим. Халява, ты как сдох? Наш корабль давайте зачистим. Там уже опалится не сильно. Ну там челики прилетели, они помогут. Все, можете обратно лететь на тот, если на этом корабле помогли. Инар, похопал, он рез. Сочные ресы Курлыкса, короче, если он на нашем. Не знаю, как ZMP, он сдох. ZMP, если ты на нашем корабле будешь, по Найт Мимун. Короче, Петя по хэпалу и Курлыкс по хэпалу, да. Инр. Пятой пати паладин. Там спрашивают, халяву лесать? Не, пускай валяется. Не надо, зачем? Там 500к осталось у вас. Да, да, добьете. БР тратить. Я чисто инер резнул и все. Я думаю, сейчас еще маг, я думаю, потом добьете. 5 магов. А на сроке в 4 хила пойдем? Да, кого-то в ДД спек. Я могу. Да, да, в ДД пойдешь. Надо будет твой ДПС отнять от общего ДПСа. Ваня, ты тут? Пушки дайте нам перелететь. Добиваем мага, все перелетаем. У тебя вар сколько ДПС? Можете улетать, можете не улетать, там портанет сразу к сроку. Надо. Достаточно. Не, ну достаточно. Ну пятнашка типа стабильно есть. Не знаю. Короче, кровь вампира нажал, там нормально должен быть. Все, портануло. Сундук не лутайте. Мне что, встать? Да там труп рез. Там труп рез. Что я? Что я? Стрели, отойдите, пожалуйста, от сундука. Лафи. Все, вас резнули. Ваксар, ты где здесь? Блять. Квартируйся сюда. Вылетаю сейчас, подожди. Пока бафайтесь, там ману резайте. Танку есть масло? На. Лаксар, ну что там? Суманите Лаксара, суманите... Короче, опять какая-то ошибка вылезла, знаете, как вылезает, типа, блядь, я даже не знаю, как объяснить. Так ты игру просто закрой и зайди заново. И все. Ты просто когда заходила в инст, скорее всего был бой, из-за этого выкидывает. Нужно заходить в инст тогда, когда боя на всем инсте нет. Ну это бывает, когда босс какой-то сагрен. Вот корабль... Да не, я ей рез кинула, она его рано приняла, пока корабль летел. А, понятно. Халяву-то принял, когда мы остановились. А, она сейчас дракона сагрила. Или ее убьет он, или на нас полетит. Атакует вас, атакует вас. Короче, дракон. Сейчас я на него меточку поставлю, можете увидеть его, он снизу летит. На него звездочку поставил, ну он долго идти будет. Наверное, минуту. Вон, смотрите, если кто видит, под мостом, где мы стоим, такой дракон есть, он медленно поднимается. С левой стороны. Надо будет его разъебать. Поднимается. Сука. Хуёво летает. Ну это из-за того, что крылья у него костяные, из-за этого он так медленно летает. Были бы нормальные. Ну, почти. Были бы нормальные крылья, летал бы нормально. Видишь, как, блядь. Как воздушный шар, блядь, медленно. Ну. Он только падает. Майкл Джексон просто. Ледяной змей шпили. Ну, смотри, звездочка. Давай, ебашим. Синдра, короче. Это. Освобожденку не стакайте.
Глыбы, короче, будут сейчас на взлетке. Вот этот каз сбиваем. Не сбили. Не сбили, блядь, минус ЕП, да. Флаффи, зачем? Без тебя будем бить. Вот эту всю хуйню с АФК со своим, блядь. Ну. И что, блядь? Похую будешь с перекапом бить. Поебать вообще. Это потом позанимаешься этой хуйней после рейда. Не надо. Не надо, блядь. Это в другой раз как-нибудь. Ресайте тело, как он сдох вообще. Ты что, боешку не пошли забирать? Она уже пропала с моба. Да я не ебу, где там. Какая боешка? Либо это у кого-то с этого. Какая боешка? Что, я вам написал уже в чат. Ну ясно, просто кто-то линганул, что он какого-то моба. Да, не было, наверное. Все, запускаю босса. Готовимся. Дай второй кто-нибудь. Так, истерия 500 голд, нахуй. В центр комнаты ставлю рыбу. Ешьте рыбу там, у кого бафа нет, кто падал. Или просто обновите баф. Каски нету, пароги. Так, танку чё бафаешь? Давайте разберемся, чтобы, блядь, можно было хуесосить. Ну, он ретрик, кулаки, кресты. Кулаки, кресты. А он пишет каску, блядь. Каску, кресты, ик. Я, видишь, набухался пацан, не знаю, чё бафать. Значит, хулипал заново перебафывай всем каски. Так я и так на всех каски держу. Ну, это... Короче, сделайте так, чтобы бафы были у вас с одного каски паладина, а не с двух разных. А с другого паладина, со второго, были кулаки-кресты. Вот как хулипал сказала Вероника. А то, блядь, там... Заебут. Весь рейд идешь и слушаешь, блядь, каску, дайте роги, кулак. Три секунды до пула, две, одна, пьем припот, поехали. Геру даем. Так, рудмейт. Следи за дебафом, который на мне появляется. Учитывая, что сочный дает 16к, если 16к отнять, то у нас будет 270 тысяч ДПС. Добей босса, потом смотри, а не на бурсте вот эту вот херню. Ну, на бурсте, да, хуйня. Да и то тут пол хп уже у босса снесли. Так, рунмейт, что-то на тебе метка странно как-то, да? Получилось, или я прослакал? Сейчас кинется на меня метка, смотри. Не эта метка, а вот красная вот эта. Теперь забираем. Вот.
Ну вот смотри, в самом низу там чё, два приста по десятке жмут. Хан 12. Так, 4 метки на рейде, сейчас надо будет прожимки начинать отдавать. Даю незыбку. Так, рунмейт, забрал ты босса? Забери босса и незыбку отдай. Босс бьет меня с красной меткой, что ты совсем не следишь. Хазибир, давай гейм на хп. Сука, мне какой-то говнолок обогнал. Из этих призов ебливых. 273 у вас рейдинг ДПС. Угу, минус 16. Получается 250. Это уже с минусом. Не, ну печали. Осколка нету? Нет. Пошли дальше. Не, пронести можно, только это нужно, чтобы прям ноль смертей было на квартальных, на профи, на лане, на синдре. Типа раньше с рука 127 лямов убивали 285 тысяч ДПС за секунду до берсы. 270. Хотя с ланой не знаю даже. А я что там по ДПС? Есть на ДПС? У меня что-то скада показывала. Пал бы, хуй пойми сколько там. Кто-кто, Женек? Есть, бля, по другой у меня скада показывала, а почему-то начал он падать, и кубами сколько там. Ну у тебя 17300 пишет. Говно. Да нормальный ДПС. Два раз шема обогнал, блядь. В смысле, тут нет шема вроде. Ну штурки с шемом. Что? Да я рофлю, блядь. А ну вон, 17,7. Задонил шею мне, да? Ну, я того фростдека вообще удел, который моего же гира. Ну, все, похуй. Твоего же гира с 45-ми пушками? А поебал, гирта тот же самый. И, ой, там еще и блажный там же. Косой бей, зачем тебе пушки? Я косу нажал. Сейчас, сколько ты ее нажму? Это... Давай, отведем, только короче. Без у тебя 59 попаданий косой, у меня 58. Но у тебя надо 250 тысяч больше дамажил. Короче, лох получается. Не повезло, наверное. Не повезло, да. Не прокнуло. Челики, я по-любому одну косу лишнюю не нажал, на 200 тысяч не дамажил. Челики как-то... Скорее всего, ты выдавал косу Саурфанга, а он выдал косу в моба и задел и моба, и Саурфанга. Савов я не хуячу. Короче, как-то два челика решили. Я его даже передамажил. Решили, короче, поспорить на удаление перса. И это было два ретрика. И дамажили, короче, на сурке. Какими-то педалями или какой-то хуйней. Ну, там как бы какую ротацию бы идеальную не использовал, все решают проки. Что как прокнет. Прокнет, у него 71 пушка, 64. Не, это я про ретрика говорю, а про вас, про ДКшников, боссов их вообще не знаю. Ну, блад ДК очень мало как-то, да. Ну там истерия кончилась и все. Ты не анхолик случайно?
Бот. Да нет, там же не реворкнули еще ДК, еще анхоликов нет. Нормально, пушки 71 и все кнопки на 10% больше дамажат. Ты чё говоришь 71? У тебя и все кнопки на 10% больше дамажат. А, все скиллы на 10% больше? Да. Ну, относительно меня. Ну, раньше пухи вообще решали в Т10, сейчас уже, ну, решают, но не так. Решают, да, конечно. Пухи всегда решают, блядь, вообще всегда. Короче, вонючка агрится. Смотрите, хорошо. Первая незыбка будет моя. И... Ну, короче, кнопки мы с тобой одинаково жмем. Это да. Исследователя зазергайте быстрее. Вон он, мелкий моб. Готовьте сейчас хилы прохиливать хорошенько. А я устал, а будешь на хп читать. Скажу когда. Я устал, а читай на хп. Вот одно тело уже сдохло. На второй, этот рунмейт на стак и 5 стаков незыблемости. На втором истреблении, можешь забрать босса, в принципе, у меня 5 стаков. Ты нажмешь незыбку и шанишка на хп прочитаешь. Шанишка читай. А на третьем холипал масса крудаш и будем молиться просто. Частичку можешь на себя дать, холипал. Да, я бабу прошу. А, ну ладно. Убивайте до каста большего ДПС. Ну пробуйте до каста, но если получится. И каст все равно пойдет. Вторую собаку идем бить. Уже можете сюда зайти в центр. Мобов сюда подводите к луже. Это вроде справа была ловушка, если не ошибаюсь. Слева еще заактивируем. Вот где ты бежишь, там это была ловушка. Она здесь близко была. Или все две ловушки там, что ли? Тут должна быть где-то ловушка. Вот она. Тебе надо чарки местами поменять на фрост ДК.
Поменял. А что это дает? Да, я долбоёб, мне этот на леди она мне пушки сняла. Оделась. Я их просто наперил, на похуй. Ну, так, ну это копейки, да, блядь, 100 дпф от силы. Это правда. Прям копейки. Сразу проверка. Сочный там. Отпивайтесь, ману резайте. Если это маны с собой нет, там маги поставьте столик, там отпивайте, пока дэ просто трэшит. Если я не понимаю, чего у тебя коса настолько больше дала. Потому что гоблин. Так, ну я первый буду начинать. Спорки. Давай, значит. Здесь. И здесь. Значит, в ромбике давай стреля. В кружке давай другой шаман. Вот, и сюда сносите, значит, одну в ромбик, одну в кружок, одну под босса, все просто. На счет 3 будем пулять. Вставайте по местам, рейндж между собой 8 метров. Раз, два, три. У нас же сейвов много, проще будет всем сбежаться же. Сука, сказал, блять, в метке, значит, в метке. Уже не надо ничего сбегаться. Хорошо. Тут до второй веткой гнили хватает 270. По-моему, даже есть флоры в мили. Вот с милизоны одну в ромбик. Флаффи и не выходит. Флаффи что я? Ну вот Флаффи что я, два петуха, блядь. Два придурка, блядь. Флаффи что я, блядь? Как у вас там дела, нахуй? Дебаф не видно или что, блядь? Куда дадим. Короче, кто в ромбике стоял, это два стака хотя бы словите. Night Moon и Void. Ну хули ты, нахуя Night ты Moon в кружок две несешь, блять? У тебя что, блять? Вы что, ебанутые? Ребята, блядь, вы совсем ебанутые? По одной споре в ромбик, кружок и под босса, блядь. Или я что, блядь, по-китайски объясняю вам? Геру когда сдадите? Да можете сейчас давать. То споры не снес, вон, совы, если кто без стаков. Ловите обязательно кружок эти споры. Будет массакра. Тулипал, готовься. Давай массакру, Хулипал. Хазибир, гимн на ХП. Ладно, повезло. Ну а теперь уже похуй на споры, просто босса набиваем. Рунмейда частичку перевешайте, он сейчас танчит. Щит земли обязательно от шамана. Все хилы по рунмейду хорошенько работают. Сейчас босс будет вдыхать еще раз, будет сильнее по нему бить. Так, Флаффи вылетел.
Через 5 секунд босса у тебя заберу. Так, забираю босса, сейчас на Войда частичку, всю хуйню на Войда, Войда хилим. Че, осколок есть, нет? Нет. Один был, да, сегодня? Да. Один это уже хорошо, с фулл целка 1-2 падает. Я его даже чувствую. Так, кровь сразу, у кого квест есть? А вот эту хуйню. В рейде у кого-то есть? Если нету квеста, сразу мимо. Кроме вара есть у кого-то еще? Все, вару закидываю. Вторую тоже получишь. Это откуда вар, кстати? А, это наш вар. А чей твинг ты? Трусорватит. А, ты мейн? Видишь, как хорошо. Грань сделаешь. Ну 11-12к дает. Нормально. Я на боссе, ты червей поводишь. Чек на пол. ДПС 230 на тухлом, блять. Ну это Флаффи вылетел, минус 15 тысяч. Флаффи, беги сюда. Ну там пердит он от ПКД, поэтому. Тоже такое. На счет 3 начинаем. Раз, два, три. Без фласок? Значит, минус кроллы будет. Разроли. Значит, не надо вам боссов убивать. Поэтому ни фласки не пьете нихуя. Написано на сборе БК фласки, БК чарки, БК камни. Вся хуйня. Без этой хуйни тут на квартальных боссах нехуй делать. Так, ну хилы знаете, да? Особое внимание на ханта. Когда босс блюет, и на нем если будет дебаф, то его надо оверхилить. Может быть, он не успеет отпрыгнуть. Ну а так, больше ничего такого серьезного тут нет. Когда разбегаться, вам скажу. До этого стоите под боссом. Где у тебя частичка? На ком? На рудмейде, что ли? Да его не бьет. На меня лучше кидай. По полученному урону вроде я больше его получаю. Так, что у тебя там? Три стака. Красава, лол. Повезло.
Выбегай только быстрее. На рейд не поворачивай лицом никогда, слизня этого. А то он плюнет прям в центр лужу свою. Будет жопа, нам негде стоять. Пилер по сочному закиньте, пожалуйста, тренинг. Этот Курлыкс по сочному закинь. Третий пати. Четвертый. А, четвертый. Да не сильно напряженный босс такой. Так, рунмейт. Напомни, ты на килисете стоял, шамана не пройдите. Да? Ну вот, на килисете будешь. Такс. Турсователь. Побежали на кровь.